ребята, привет, доброе утро, 7 утра. Сегодня мы едем опять в Чехию, в столицу, едем в Прагу. Ну, я сперва соберу рюкзачок, смотаюсь быстренько на работу до 12, а потом приеду и мы в машинку и... Так что ждите новых видео, остаемся на связи. Да, но нужно сперва посмотреть, что там у меня в холодильнике мне... Малыш приготовил, да, вот какие-то, не знаю, био-блинчики или что это такое. По-моему, что-то из цукини. Мне на завтрак любимая приготовила. Так, ну все, ладно, давайте остаемся на связи, да, ждем классных видео из Чехии. Все, пока. Доброе утро. Я смотрю, уже Олег с вами поздоровался. Я только проснулась. Открою окно. Мы сегодня едем в Прагу, в 12 часов будет Олег. А я хочу к тому времени все убирать. У меня такая система перед дорогой, я люблю все убрать, потом себя прибрать, все приготовить, чемоданы сложить, и мы поедем. Just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Наконец-то мы собрались, выезжаем. Олежек? Да. А ты себе очки взял? Да. На машине всегда есть очки. У меня крутые очки. О! А я забыла. Я думаю, говорю, если было бы клево, если бы мы с тобой этот теплоходик взяли покататься с рестораном вечером. Хорошо, я за. Приехали. Мы попали в тот же номер. Мы были на Новый год здесь, были в 201-м и опять туда попали. Классно, представляете, нам дали тот же номер, в котором мы были в прошлом году в декабре, то есть на Рождество мы здесь провели. На Новый год. Год. И Новый год. Не, Новый год, да. Новый год. Рождество мы были в Варшаве. Новый год. Ребята, первое утро у нас в Праге. Завтрачек. Что там, погодка? У нас Амазон тут играет. Ну, с утра погодка ничего. Вот какой двор здесь, смотрите, как классно. Тишина, спокойствие, люди отдыхают. Я снимаю бардак, Вите не нравится, что я бардак снимаю. Ей нужно, чтобы все было с иголочки, чистенько. А я снимаю, как в жизни. Всем доброе утро. Хочу показать жилье, которое мы сняли. Есть сейф. Если кому надо.
Сейчас позавтракали и пойдем гулять. Если кого-то, может, будет интересовать жилье в Праге и хорошее такое жилье, и цена средняя, это не дешево, но и недорого. Вот сразу вам данные, контакт. Вот улица, адрес. Здесь железная дорога, но ее не слышно. Окна спальни выходят на другую сторону, и вообще ночью очень тихо. Классно, все нормально. 4 звезды. Условия хорошие, так что рекомендуем. Там, в той стороне, ходят трамваи. Просто удобнее, конечно, транспортом городским, потому что вечно ищем, где припарковать и так дальше, да. Поэтому, если кто будет здесь, то от этого места туда, к примеру, например, на Карловый мост, буквально несколько остановок трамваем. 17,6. Потеряли дрона. Вот мы здесь. Вот теперь он летит домой. Пути. Пошли в кафешку, тут такая панорама открывается офигенная. Просто офигительный вид. Я не знаю, будет ли вам видно там, да. Здесь серьезный контроль. Проверяют все, чтобы ничего лишнего. Забронировали мы себе два места завтра на теплоходе.